Так, на этот раз я рисую Микулу Егоровича, если вы не поняли. Хотя, мне кажется, вы поняли, потому что я все равно напишу так на превьюшке. Довольно-таки простенько рисовать персонажей в современных костюмах. Потому что у нас костюмы слишком простые. Современные моды. И я знаю, что многие Микулу любят. Если кто-то задастся вопросом, почему я именно что начинаю рисовать с ручкой на камеру, потому что очень сложно рисовать, когда у тебя занята одна рука. Но это я не буду, когда набросок делаешь, что это первично. Учитывая проблемы с глазами, которые у меня обычно бывают, и со структурой лица и тела, мне приходится двумя руками себе помогать.